Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Глава Тувы Шалбан Караул представил план республики в области развития туризма на заседании Всероссийского координационного совета по туризму в городе Москве. Тува рассчитывает добиться федерального софинансирования в реализации трех крупных проектов, связанных с созданием в республике туристической инфраструктуры. В их числе горнолыжный комплекс «Тайга», туристическая база на озере Чагатай, а также вспомогательные объекты для уже построенной на базе мараловодческого хозяйства этнической деревни. По предварительным расчетам, общая стоимость всех трех проектов составит 3,5 миллиарда рублей, около 70% которых власти Тувы предполагают обеспечить за счет внебюджетных источников, включая частные инвестиции. По данным Министерства экономики республики, за время реализации программы развития туристической отрасли количество субъектов в сфере туризма увеличилось почти на 40%, туристических фирм – на 15%. Туристический поток вырос вдвое. Также отмечается, что новые проекты, предполагаемые на следующем этапе программы в сочетании с такими масштабными преобразованиями, как модернизация аэропортового комплекса с открытием международного сектора, перенаправление федеральной автомагистрали М-54 и расширение пропускных возможностей международного пункта пропуска Хандагайты способны в десятки раз увеличить туристическую привлекательность Тувы. В Министерстве внутренних дел Тувы подвели итоги профилактического мероприятия «Жилой сектор». Цель – стабилизация криминогенной обстановки в жилом секторе, выявление превентивных составов преступлений, административных правонарушений, спиртосодержащей жидкости и других. Отмечается, что в рейдовых мероприятиях приняли участие более 90 сотрудников органов внутренних дел, а также 12 представителей общественности и местного самоуправления. У нас в рамках операции «Жилой сектор» ведется рейдовое мероприятие. Как у вас дела? Нормально все? Нормально все. Сотрудниками полиции выявлено и раскрыто 16 преступлений, в том числе кражи, грабежи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Всего в ходе мероприятий по месту жительства проверено 219 лиц, состоящих на профилактическом учете. 11 иностранных граждан, на профучет поставлено 12 человек. Сегодня у нас проводится рейдовая группа именно по неблагополучным семьям. Сегодня, значит, запланировано было к вам, так как дети у вас находятся в приюте, ваши дети. Сколько у вас детей? 4 детей, да? И в приюте находятся с какого месяца? Дети находятся с июля месяца. Как у вас сейчас положение в настоящее время? Когда собираетесь детей забирать? Также в ходе рейда полицейскими проверено более 80 торговых точек и так называемых адресов. Изъято из оборота около 40 литров алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости. За нарушение антиалкогольного законодательства к административной ответственности привлечены 12 продавцов торговых объектов. Президент России Владимир Путин соберет большую ежегодную пресс-конференцию 14 декабря, сообщила пресс-служба Кремля. Для него это будет последняя встреча с представителями СМИ в таком формате за время нынешнего нахождения на главном государственном посту и 13-я по счету. С 2001 года Путин встречается с журналистами в таком формате ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра – с мая 2008 года по май 2012. Однако после избрания главой государства на 6-летний срок в 2012 году он возобновил практику проведения больших пресс-конференций. Самой короткой по времени – 1 час 33 минуты – была первая встреча с журналистами в 2001 году. Самой долгой стала пресс-конференция 2008 года, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. В последние годы масштабные встречи Путина с журналистами проходят в декабре и фактически подводят итоги года. Президент не ограничивает прессу ни по темам задаваемых вопросов, ни по времени общения. Однако приоритет отдает российским СМИ, причем региональным. Эксперты ОНФ Туве провели заседание по вопросам ремонта проблемных участков дорог в регионе. Как сообщили активисты Народного фронта, из топ-10 дорог региона, за которые на интерактивной карте было отдано наибольшее количество голосов, в план ремонта на текущий год были включены 6 дорог. Из них на данный момент в Кызыле отремонтированы отрезок дороги на Вавилинском Затоне, улица Интернациональная, а также завершается реконструкция улицы Ангарский бульвар. Кроме того, капитально отремонтирован въезд в село Сукпа, который также входил в планы ремонта на текущий год.
Между тем, запланированные в этом году ремонтные работы не проведены на участках трассы напротив сел Кундусту, Бояровка и дороги, соединяющие села Байхак и Межигей. Хотя данные участки входят в топ-10 убитых дорог республики. По информации регионального министерства дорожно-транспортного комплекса, вызвано это затянувшимся процессом проведения торгов и выбора подрядной организации. В связи с этим запланированные сроки дорожных работ сдвинулись на следующий год. Управление Росреестра по республике уведомляет, что на сайте ведомства и Министерства земельных и имущественных отношений Тувы можно ознакомиться с проектами карт-планов территории в отношении 56 кадастровых кварталов, выполненных по результатам комплексных кадастровых работ. Напомню, что на территории города Кызыла, в том числе в районах левобережных и правобережных дач, микрорайона Вавилинский, проводятся комплексные кадастровые работы в отношении всех объектов недвижимости. Заказчиком является Министерство земельных и имущественных отношений Тувы. На заседании согласительных комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков представляется проект карты плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых работ, порядок согласования местоположения границ земельных участков и регламент работы согласительной комиссии. Минтруд России назвал регионы Российской Федерации с наибольшим ростом безработицы. На 15 ноября в службах занятости населения зарегистрировано свыше 700 тысяч безработных. Это на 0,4% больше, чем недели раньше. Как отмечают в ведомстве, в 38 регионах страны за последнюю неделю безработица снизилась. В 45 регионах безработных стало несколько больше. Это в Бурятии, Кабардино-Балкарской, Чувашской республиках, Омской, Курганской, Астраханской, Сахалинской областях, Алтайском крае и Туве. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 46 копеек, евро 69 рублей 82 копейки. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». Полицейские межмуниципального отдела МВД России Кызылский изъяли из незаконного оборота около 5 килограммов марихуаны. На окраине села Буренхемка Ахемского района 20 ноября в ходе рейдовых мероприятий участковый уполномоченный полиции совместно с сотрудником подразделения по контролю за оборотом наркотиков заметили мужчину, который при виде полицейских совершил сброс полиэтиленового пакета и попытался скрыться. Правоохранители задержали указанного гражданина. При осмотре места происшествия полицейские изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. В результате проведенных исследований эксперт-криминалист установил, что мужчина попытался избавиться от марихуаны весом около 5 кг, что является крупным размером. Как пояснил задержанный, наркотик он изготовил для личного употребления. В отношении мужчины дознавателем возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и хранение наркотических средств». За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрены наказания в виде лишения свободы от 3 до 10 лет. В настоящее время подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается. В Московском парке появится скульптура, посвященная первой балерине Тувы Наталье Ажикма-Рушевой, матери знаменитой юной художницы 60-х годов Нади Рушевой. Открытие памятника состоится в Народном парке «Надежда» 25 ноября, накануне Дня матери. Свою работу представит скульптор Андрей Волков, который выполнил также скульптуру «Кентавренка» на месте захоронения Нади Рушевой. Кроме того, в актовом зале школы номер 1466 имени Надежды Рушевой в Москве пройдет вечер памяти семьи Рушевых. В этот день, 25 ноября, будет торжественное открытие непосредственно в парке. Там будет несколько слов сказано и Андреем Николаевичем, и депутатами, возможно, главой управы Царицына. А потом будет концерт, посвященный открытию памятника в школе номер 1466 имени Надежды Рушевой, где находится музей Нади уже с давних пор. На концерте будут и тувинские артисты, и балет, и музыка.
классическое и эстрадное, цирковые номера, потому что Наталья Дайдаун уже сначала училась в цирковом училище, и только потом она стала балериной. Поэтому мы будем рассказывать о ее жизни и иллюстрировать этот рассказ будем различными концертными номерами. В конце октября учащиеся Республиканской школы искусств имени Ростислава Кенденбиля приняли участие в открытом всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица в Москве». Вокалисты из Тувы – это Алдынхерел Дадаркыз, Байлак Улар, Мюгепей Чоду, Байбелек Карасал и их преподаватель по классу Хумея Эртене Тумат. Наши ребята выступили с оркестром ВГТРК под управлением дирижера Юрия Медяника, исполнив тувинскую народную песню «Эки Аттар». Юные таланты из Тувы получили колоссальный опыт выступления на большой сцене, впервые узнали, что такое телевизионный эфир. Уже в это воскресенье, 26 ноября, выступление юных артистов из Тувы покажут на канале «Россия-1» в 18:00. Проголосовать за участников из нашей республики можно будет сразу после выхода в эфир третьего выпуска «Синей птицы». Все, я чувствую, что я скачу на лошадях по степи. Для нас это действительно непостижимо. Как эти звуки вообще вы издаете? Вот отсюда, да? Да. Так? Накануне жители Тувы смогли по достоинству оценить комедию, представленную Московским театром «Мьюзик Холл». Премьера спектакля «Страсть Аполлона» собрал полный зал любителей театрального искусства. По словам народного артиста России Валерия Гаркалина, зрители труппу приняли с теплом и пообещал приезжать в Туву чаще. Я очень рад знакомству с вами. Очень открытые, очень искренние люди. Теперь-то я зачищу. Во всяком случае, будем стараться с продюсером это делать каждый раз. У меня много проектов, хороших проектов. Актерскому составу удалось создать по-настоящему смешной спектакль в добрых традициях итальянской драматургии и фарса. Каждая роль все равно как ребенок. Что? Да нет, любую роль артист любит. Если он ее не любит, лучше ее не играть. Вот. А то, что разносторонний, это счастье, везение. И если актеры его используют в разных амплуа, это счастье. Страшно, когда актеры используют только в одном. Сама история, которая легла в основу постановки, очень простая, но в то же время захватывающая. Два друга решили заработать хорошую сумму денег. А с чего мне веселиться? На мне наручников нет. Это вам весело. Как жаль, дорогой, что у нас нет второй пары наручников для тебя. Почему же нет? Есть вторая пара наручников для вас. Давайте, давайте. Смешные ситуации, самое настоящее чувство, которое расцветает как цветок, по ходу пьесы не оставило никого из присутствующих в тот вечер равнодушным, подарив огромное количество позитивных эмоций. Напомним, спектакль «Страсть Аполлона» или «Во всем виновата собака» поставлена по мотивам произведения «Укравший ногу, счастлив в любви» выдающего итальянского драматурга и режиссера Дарио Фо. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. В районе перевалов местами сильный снег, на дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег. Ночью минус 17, минус 19 градусов, днем минус 9, минус 11. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане погода пасмурная, снег. Температура воздуха утром минус 21 градус, днем минус 15. На Полке пасмурно, идет снег. Температура утром минус 7 градусов, днем минус 5. В Танзыбе пасмурно, без осадков. Температура утром минус 6 градусов, днем минус 2. По всей трассе проезд удовлетворительный.